перерыва немножко все равно, как видите, игра немножко была такая нервная. Может быть, какое-то присутствовало волнение. Ничего, я думаю, все справились, показали характер. И выиграли. Всех с победой. И болельщикам большое спасибо, что нас поддержали. Неважно, сколько мячей выиграли, главное 3 очка. Для нас сейчас каждую игру нужно побеждать. Везде забирать по 3 очка. 10 игр, 10 побед. Я думаю, все будет.